Здрасте. Привет. Вы, кстати, вообще очень классно выглядите. Ну, на самом деле, я так понимаю, дождь, да? Я не маньяк, то есть вы меня так смотрите, как будто я сейчас что-то плохое сделал. Не, я буквально на секундочку вот хотел бы сейчас и пару хороших слов сказать. Вы же не против? Я сейчас ее верну, прям в руки вам передам. Ок? Да, я вот здесь. Вдруг я украду. Слушай, ну ты вообще классно выглядишь. Спасибо. Ты еще когда мимо шла, ты так смотрела на меня. Ты на всех парней так смотришь? Так. Ну, так, я откровенно. Или только на рыжих? Ну, не знаю, у меня обычный взгляд. С мамой очень похожа. Вообще не похожа, она похожа. Да ладно, но все равно есть что-то. Сейчас просто неудобно смотреть, чтобы оценить. Как тебя зовут? Настя. Настенька. Меня Вова зовут. Настенька холодные руки, короче. Да, очень холодные. Они всегда холодные. Сколько лет, Настенька, тебе? А что? Ну, сколько? Ну, я вот сейчас думаю, есть ли смысл нам с тобой еще чаю попить или нет? Ну, сколько пьешь? 23-25. Ну, 23 почти. А, тебе 22. Ну... Слушай, смотри, мне кажется, ты хороший человек, да, все равно добрый такой. То есть, ну, ты сейчас нормально отвечаешь, не строишь себе какую-то утку губастую. Давай это, я тебе как-нибудь позвоню, и мы, может быть, с тобой чатом. И мы не сразу, мы с тобой сначала поболтаем по телефону, узнаем, что ты за человек, и потом попьемся. Мне понравится, да? Ну давай, чат. Ну, давай. Я не буду навязываться, на самом деле. Окей. Пиши свой телефон. Мама, сейчас вот мама тебя закроет, она скажет, вот, блин, вырастила дочь, раздает телефоны направо и налево. Мне можно позвонить? Да, конечно, нужно. А чтобы проверить, вдруг это... Нет, подожди, я просто как бы, не беру незнакомые номера и думаю, что, может быть, тоже не берешь. Есть контакт? Сейчас посмотрим. Он должен быть. А, нет. Ну ладно. Не суть, какой нет, у тебя поиск. Я сейчас тебе... Офигеть, как... Сейчас я позвоню, я пойду и позвоню. Просто не хочу тебя у мамы красть. Сейчас, пока мама... Все, одну секунду, я привожу обратно. Просто я как бы смущаюсь, что мама смотрит. Сейчас она сейчас отвернется. Не, она не отворачивается. Не отворачивается? Ну ладно, нам нечего терять. Давай, ну у тебя, кстати, волосы обалденно пахнут вообще. Не, мне нравятся такие гладкие, чистые. Ну все, давай, хорошего вечера. А, я же обещал. Я как обещал, то есть в целости и сохранности. Да ничего плохого не случится, я думаю. Всего хорошего вам. Пока.